Добрый день. Меня зовут Виктория Козлова. Я собственник и директор компании ЗСК «Сфера». В 2023 году мы реализовали жилые сферы для глэмпинга под ключ. Обзор первой такой сферы вы можете увидеть на нашем YouTube-канале. Данная сфера была реализована в дизайнерском исполнении с акцентом на зеленый цвет. Именно в такой комплектации продавалось большинство сфер в прошлом году. Что входит в стандартную комплектацию нашей сферы под ключ? Первое – это проект свайного поля, который мы предоставляем нашему заказчику, они его реализуют уже сами с помощью подрядчиков на месте. Второе – это быстросборное модульное основание под сферу, которое изготовлено уже под размер нашего купола. Третье – это сама сфера со всеми опциями – двери, шторы, козырек. Четвертое – это непосредственно сам модуль, внутри которого расположена ванная комната. И изначально мы решили сделать данный модуль из фанеры, потому что текстура фанеры смотрится очень стильно и привлекательно. Пятое – это инженерные коммуникации. Туда входит теплый пол на жидком теплоносителе, разводка воды, разводка канализации, разводка электрики. И все это по разработанным нашим проектам. Шестое – это наполнение сферы мебелью, сантехникой, постельным бельем в 3 оборота и прочими мелочами, чтобы взять сферу под ключ. Седьмое – это купель, так как она повышает привлекательность глэмпинга для гостей. И восьмое – это шеф-монтаж, чтобы все это помочь собрать заказчику. В этом году мы решили реализовать еще один вариант дизайнерского исполнения сферы под названием «Премиум», обзор которого мы сегодня с вами и проведем. Вы можете посмотреть видеообзоры обоих наших вариантов и написать в комментариях, какой вам понравился больше. Давайте расскажу, где мы находимся. Это база отдыха «Спасская» в 70 километрах от нашего родного Ярославля. И это уже 4-й наш объект на территории Ярославской области. Напомню, что в 2021 году мы реализовали 6 сфер для глэмпинга «Ветрено» на берегу Рыбинского водохранилища. И для глэмпинга «Точка.Немо» мы в совокупности реализовали 17 сфер. А в прошлом году мы поставили как раз сферу под ключ для глэмпинга «Rich Life». Все обзоры данных глэмпингов вы можете найти на нашем YouTube-канале. Стоит отметить, что концепция данной сферы у заказчика рассчитана на молодую пару без детей, ну, либо с максимум одним ребенком. Поэтому некоторые решения были приняты с учетом этих вводных данных. И теперь давайте посмотрим, что из этого получилось. В этом проекте у заказчика было несколько важных пожеланий. Одно из них – это наличие кухни, встроенной в сам модуль. Также это камин. Мы выбрали такой стильный статный камин, который будет согревать гостей сферы в дождливые, либо в зимние вечера. Важной частью комплектации премиум является дизайнерская мебель. В нашем случае это яркое, стильное, уютное кресло и обеденная группа, выполненная в минималистичном стиле. Также в комплектацию премиум входит ковровое покрытие в зоне отдыха. И на таком покрытии будет комфортно ходить босиком даже зимой. Основное отличие комплектации премиум – это цветовые решения. Вся сфера выполнена в серо-графитовых и черных тонах. Модуль в комплектации премиум технически не отличается от модуля в комплектации акцент. Отличие лишь в цвете покрытия фанеры, фрезеровке и акцентном зеркале. В модуле с противоположной стороны от кухни располагается шкаф и лестница наверх. Там также расположено двухспальное дополнительное место. В шкафу расположены основные узлы коммуникации. Это электрокотел для теплого пола на жидком теплоносителе и большой электрощит для всей электрики в сфере. Каждый автомат электрического щитка у нас подписан, и каждый автомат идет на отдельную электрогруппу, на отдельный электроприбор. Для заказчика в шкафу мы разместили полный комплект по текстилю на 3 оборота на 4 человека. Есть один нюанс, который мы уже при реализации увидели. Мы не очень грамотно расположили котел с электрическим щитком. В следующем проекте мы исправим, и котел с щитком будет в одной половине, отделенной стенкой, и будет чисто вторая половина под одежду. Сейчас у нас получается, что под одежду просто передняя часть шкафа. Ванная комната внутри выполнена в светло-серых тонах.
И лично мне очень нравится, как выглядит структура фанеры при такой краске. Дверь в сам модуль заказная, в пластиковой обивке. Также на модуле мы делаем гравировку с логотипом заказчика. Если вы хотите заказать сферу в любой понравившейся вам комплектации, то оставляйте заявку на нашем сайте или напишите нам в WhatsApp, и мы с радостью поможем вам подобрать именно ваш вариант. До новых встреч!